На пляже рейдовая группа сразу же обратила внимание на детский аттракцион. Территория рядом, да и сам батут в непригодном антисанитарном состоянии. Условия, прописанные в договоре, предпринимателями не выполняются. В этот раз на нерадивых коммерсантов составили протокол. Если нарушения не будут устранены, надо вновь бизнес придется свернуть. Рядом с батутом расположились две торговые точки сладкой кукурузы. И, как выяснилось, незаконные. На месте комиссия не смогла познакомиться ни с владельцами, ни с продавцами вареных початков. Оборудование оказалось бесхозным. Тем не менее, следы жизнедеятельности сохранились. Члены рейдовой группы обнаружили здесь незаконное использование электроэнергии. Нарушители самовольно подключились к счетчику, протянув кабель по песку, совсем забыв о мерах безопасности анапчан и гостей курорта. Никаких документов на эти объекты нет у них, поэтому бросили и сбежали. В надежде на то, что мы уйдем отсюда, а они в это мгновение будут работать. Поэтому мы вынуждены были сейчас отключить электроэнергию от них, для того, чтобы они не запитывались и незаконно не занимались несанкционированной торговлей. Незаконное подключение к электроэнергии устранили, а объекты с кукурузы конфисковали. К таким проверкам городских властей отдыхающие на пляже относятся с пониманием и одобрением. Надо узаконено, чтобы это было, чтобы хотя бы какой-то контроль. Ну, наверное, можно и в таких рамках осуществлять контроль и в частных предпринимателях. Какой-то все равно контроль должен быть. Санитарный в первую очередь. Рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированной торговли и предоставлению незаконных услуг на пляжах Анапы продолжатся.